Павел Петрович Бажов – выдающийся уральский писатель, биография которого интересна для читателей. За всю свою жизнь он написал 56 замечательных произведений, которые знают и любят и дети, и взрослые. Это такие сказы, как «Алмазная спичка», «Богатырева рукавица», «Васина гора» и другие. Лучшими произведениями являются следующие сказы Бажова: «Голубая змейка», «Горный мастер», «Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», а также «Огневушка-поскакушка». Сидели один раз старатели круг огонька в лесу. Четверо больших, а пятый парнишечка, лет так 8, не больше. Федюнька его звали. Давно всем спать пора, да разговор занятный пришелся. В вертелке, видишь, один старик был, дедка Ефим. С молодых годов он из земли золотую крупку выбирал. Мало ли каких случаев у него бывало. Он и рассказывал, а старатели слушали. Отец уже сколько раз говорил Федюньке: «Ложился бы ты, Тюньша, спать». Парнишечку охота послушать. «Погоди, тятенька, я маленечко еще посижу». Ну вот, кончил дедка Ефим рассказ. На месте костерка одни угольки остались, а старатели все сидят, да на эти угольки глядят. Вдруг из самой серединки вынырнула девчоночка махонькая. Вроде кукленки, а живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек, тоже с голуба. Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у нее легко да ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватило, глядят не наглядятся. А сами молчат, будто задумались. Девчонка сперва по уголькам круги давала, потом, видно, ей тесно стало, пошире пошла. Старатели отодвигаются, дорогу дают, а девчонка как круг пройдет, так и подрастет маленько. Старатели дальше отодвинутся, она еще круг даст и опять подрастет. Когда вовсе далеко отодвинулись, девчонка по промежуткам в охват людей пошла, с петлями у нее круги стали. Потом и вовсе за людей вышла и опять ровненько закружилась, а сама уже ростом с Федюньку у большой сосны остановилась, топнула ножкой, зубенками блеснула, платочком махнула, как свистнула: «Фитью!» Тут филин заухал, захохотал, и никакой девчонки не стало. Кабы одни большие сидели, так, может, ничего бы дальше и не случилось. Каждый, видишь, подумал: вот до чего на огонь загляделся, в глазах заребило, неведомо что померещится с устатку-то. Один Федюнька этого не подумал и спрашивает у отца: «Тятя, это кто?» Отец отвечает: «Филин, кому больше-то? Не уж не слыхал, как он ухает?» «Да не про филина я, его-то поди-ка я знаю и ни капельки не боюсь. Ты мне про девчонку скажи». «Про какую девчонку? А вот которая на углях плясала. Еще ты, да и все отодвигались, когда она широким кругом пошла». Тут отец и другие старатели давай доспрашивать Федюньку, что он видел. Парнишечка рассказал. Один старатель еще спросил: «Ну-ка, скажи, какого она росту была?» «Сперва-то не больше моей ладошки, а под конец чуть не с меня ростом стала». Старатель тогда и говорит: «А ведь я, Тюньша, точь-в-точь такое же диво видел». Федюнькин отец и еще один старатель это же сказали. Один дедка Ефим трубочку сосет и помалкивает. Старатели приступать к нему стали. «Ты, дедка Ефим, что скажешь?» «А то и скажу, что это же видел. Додумал, померещилось мне. А выходит, и впрямь Огневушка-поскакушка приходила». «Какая поскакушка?» Дедка Ефим тогда и объяснил. «Слыхал, дескать, от стариков, что есть такой знак на золото, вроде маленькой девчонки, которая пляшет. Где такая поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато грудное, и не пластом лежит, а вроде редьки посажено. Сверху, значит, пошире круг, а дальше все меньше да меньше и на нет сойдет. Выроешь эту редьку золотого песку, и больше на том месте делать нечего. Только вот забыл, в котором месте ту редьку искать, то ли где поскакушка вынырнет, то ли где она в землю уйдет». Старатели и говорят: «Это дело в наших руках. Завтра пробьем дудку сперва на месте костерка, а потом под сосной испробуем. Тогда и увидим, пустяшный твой разговор или в самом деле что на пользу есть». С этим и спать легли. Федюнька тоже калачиком свернулся, а сам думает: над чем это филин хохотал? Хотел у дедка Ефима спросить, да он уже похрапывать принялся. Проснулся Федюнька на другой день позднёхонько и видит, на вчерашнем огневище большая дудка вырыта, а старатели стоят у четырех больших сосен и все говорят одно: на этом самом месте в землю ушла.
Федюнька закричал. Что вы, дяденьки, забыли, видно? Вовсе поскакушка под этой вот сосной остановилась, тут и ножкой притопнула». На старателей тут сомнение пришло. Пятый пробудился, пятое место говорит. Был бы десятый, десятое бы указал. Пустое, видать, дело, бросить надо. Все ж таки на всех местах испытали, а удачи не вышло. Дед Ефим и говорит Федюньке, обманное видно твое счастье. Федюньке это не любо показалось, он и говорит, это деда Филин помешал, он наше счастье обухал да обхохотал. Дед Ефим свое говорит, Филин тут не причина, а вот и причина, нет не причина, а вот и причина. Спорят так-то вовсе без толку, а другие старатели над ним да над собой посмеиваются. Старый да малый оба не знают, а мы, дураки, их слушаем да дни теряем. С той вот поры старика и прозвали Ефим Золотая Редька, а Федюньку Тюнькой-поскакушкой. Ребятишки заводские узнали, проходу не дают, как увидят на улице, так и заведут. Тюнька-поскакушка, Тюнька-поскакушка, про девчонку скажи, скажи про девчонку. Старику от прозвища какая беда, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну а Федюньке по малолетству обидно показалось. Он и дрался, и ругался, и ревел не раз. А ребятишки пуще того дразнят. Хоть домой с прииска не ходи. Тут еще перемена жизни у Федюньки вышла. Отец-то у него на второй женился. Мачеха попалась, прямо сказать, медведица. Федюньку и вовсе от дома отшибла. Дедка Ефим тоже нечасто домой с прииска бегал. Намается за неделю, ему и неохота идти, старые ноги колотить. Да и не к кому было, один жил. Вот у них и повелось, как суббота старатели домой, а дедка Ефим с Федюнькой на прииске останутся. Что делать-то? Разговаривают о том, о другом. Дедка Ефим рассказывал побывальщины разные, учил Федюньку, по каким логам золото искать и прочее такое. Случалось и про поскакушку вспомнят, и все у них гладко да дружно. В одном сговориться не могут. Федюнька говорит, что Филин всей неудачи причина. А дедка Ефим говорит, вовсе не причина. Раз так-то заспорили, дело еще на свету было, при солнышке. У балагана все-таки огонек был, от комаров курево. Огонь чуть видно, а дыму много. Глядят, в дыму появилась махонькая девчонка. Точь-в-точь такая же, как в тот раз, только сарафанчик потемнее и платок тоже. Поглядела веселыми глазками, зубенками блеснула, платочком махнула, ножкой притопнула и давай плясать. Сперва круги маленькие давала, потом больше да больше и сама подрастать стала. Балаган на пути пришелся, только это ей не помеха. Идет, будто балагана и нет. Кружилась-кружилась, а как ростом с Федюньку стала, так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась, ножкой притопнула, платочком махнула, как свистнула, фитию. И сейчас же Филин заухал, захохотал. Дедка Ефим подивился. Откуда Филину быть, коли солнышко еще не закатилось? Видишь, вот, опять Филин наше счастье спугнул. Поскакушка-то, может, от этого Филина и убежала? А ты разве видел поскакушку? А ты разве не видел? Начали они тут друг дружку расспрашивать, кто что видел. Все сошлось. Только место, где девчонка в землю ушла, уразник с сосен указывает. Как до этого договорились, так дедка Ефим и вздохнул. Ох-ох-ох, видно, нет ничего. Одна это наша думка. Только сказал, а из-под дерна по балагану дым повалил. Кинулись, а там жирник под дерном затлел. По счастью, вода близко была, живо залили. Все в сохранности осталось. Одни дедовы рукавицы обгорели. Схватил Федюнька рукавицы и видит дырки на них, как следочки от маленьких ног. Показал это чудо дедке Ефиму и спрашивает, «Это, по-твоему, тоже думка?» Ну, Ефиму податься некуда, сознался. «Правда твоя, Тюньша, знак верный, поскакушка была. Придется, видно, завтра опять ямы бить, счастье пытать». В воскресенье занялись с этим с утра. Три ямы вырыли, ничего не нашли. Дедка Ефим жаловаться стал. «Наше-то счастье, людям смех. Федюнька опять вину на Филина кладет. Это он, пучеглазый, наше счастье, обухал да обхохотал. Вот бы его палкой!» Зима загнала старателей по домам. Рассовал их приказчик до весны по работам, куда пришлось. А Федюнька по малолетству дома остался. Только ему дома-то не сладко. Тут еще новая беда пришла. Отца на заводе покалечила. В больничную казарму его унесли. Ни жив, ни мертв лежит. Мачеха и вовсе медведицей стала, загрызла Федюньку. Терпел он, терпел, да и говорит. «Пойду не то я к дедку Ефиму жить.
А мачехе что? Провались ты, кричит, хоть к поскакушке своей. Надел тут Федюнька пимишки, шубейку-ветродуйку покромкой покрепче затянул. Хотел отцовскую шапку надеть, да мачеха не дала. Натянул тогда свою, из которой давно вырос, и пошел. На улице первым делом парнишки налетели, дразниться стали. Тенька-поскакушка, тенька-поскакушка, скажи про девчонку. Федюня, знай, идет своей дорогой, только и сказал: «Эх вы, несмышленыши!» Ребятам что-то стыдно стало. Они уж вовсе по-доброму спрашивают: «Ты куда это?» «К детку Ефиму». «К золотой редьке?» «Кому редька, а мне детка». «Далеко ведь еще заблудишься?» «Знаю, поди-ка дорогу». «Ну, замерзнешь, видишь, стужа какая, у тебя и рукавиц нет». «Рукавиц нет, да руки есть, и рукава не отпали. Засуну руки в рукава, только и дело. Не догадались?» Ребятам занятно показалось, как Федюнька разговаривает. Они стали спрашивать по-хорошему: «Тюнша, ты правда поскакушку в огне видел?» «И в огне видел, и в дыму видел. Может, еще где увижу, да рассказывать не досуг», сказал Федюнька и зашагал дальше. Детка Ефим то ли в косом броду, то ли в северной жил. На самом выезде, сказывают, избушка стояла. Еще перед окошком сосна росла. Далеконько все ж таки, а время холодное, самая середина зимы. Подзамерз наш Федюнюшка, ну да шагал все-таки ж. Только ему за дверную скобку взяться, вдруг слышит: «Фи-ти-юп!» Оглянулся, на дороге снежок крутится, а в нем чуть метлесит клубочек, и похож тот клубочек на поскакушку. Побежал Федюня поближе разглядеть, а клубочек уж далеко. Федюня за ним, он того дальше. Бежал-бежал за клубочком, да и забрался в незнакомое место. Глядит, пустоплесье какое-то, а кругом лес густой. Посредине пустоплесья береза старая, будто и вовсе не живая. Снегу около нее намело гора горой. Клубочек подкатился к этой березе, да вокруг нее и кружится. Федюнька в азарте-то не поглядел, что тут и тропочки нет, полез по цельному снегу. Столько, думает, бежал, не уж спятится. Добрался-таки до березы, а клубочек и рассыпался. Снеговой пылью Федюньке в глаза брызнул. Чуть не заревел от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги снег воронкой до земли протаял. Видит Федюнька, на дне-то воронки поскакушка. Веселенько поглядела, усмехнулась ласково, платочком махнула и пошла плясать. А снег-то от нее бегом побежал. Где ей ножку поставить, там трава зеленая, да цветы лесные. Обошла круг, тепло Федюньке стало. А поскакушка шире да шире круг берет, сама подрастает, и полянка в снегу все больше да больше. На березе уж листочки зашумели. Поскакушка того больше старается, припевать стала: «У меня тепло, у меня светло, краснолетечка», а сама волчком да волчком, сарафанчик пузырем. Когда ростом с Федюнькой выровнялась, полянка в снегу вовсе большая стала, а на березе птички запели. Жарынь, как в самый горячий день летом. У Федюньки с носу пот каплет. Шапчонку свою давно снял, хоть хотел и шубенку сбросить, а поскакушка и говорит: «Ты, парень, побереги тепло-то, лучше о том подумай, как назад выберешься». Федюнька на это и отвечает: «Сама завела, сама выведешь». Девчонка смеется: «Ловкий какой, а если мне не досуг? Найдешь время, я подожду». Девчонка тогда и говорит: «Возьми-ка лучше лопатку, она тебя в снегу согреет и домой выведет». Поглядел Федюнька, у березы лопатка старая валяется, и заржавела вся, и черенок расколотый. Взял Федюнька лопатку, а поскакушка наказывает: «Гляди, из рук ее не выпусти, крепче держи, да дорогу-то примечай, назад тебя лопата не поведет. А ведь придешь весной-то? А как же, непременно прибежим с детком Ефимом. Как весна, так мы и тут, ты тоже приходи поплясать. Не время мне, сам уж пляши, а детка Ефим пусть притоптывает. Какая у тебя работа? Не видишь? Зимой лето делаю, да таких, как ты, работничков забавляю. Думаешь, легко?» Сама засмеялась, вернулась волчком и платочком махнула. Как свистнула? Фи-ти-ю! И девчонки нет, и полянки нет, и береза стоит голым-голешенька, как неживая. На вершине филин сидит, кричать не кричит, а башкой ворочает. Вокруг березы снегу намело, гора горой. В снегу чуть не по горло провалился Федюнька и лопаткой на филина машет. От поскакушки на лето только и осталось, что черенок у Федюньки в руках вовсе теплый, даже горячий. А рукам тепло и всему телу весело. Потянула тут лопата Федюньку и сразу из снега выволокла.
Сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук, потом наловчился, и дело гладко пошло. Где пешком за лопатой идет, где волоком тащится. Забавно это Федюньке, а приметки ставить не забывает. Это ему тоже легонько далось. Чуть подумает засечку сделать, лопатка сейчас тюк-тюк, и две ровнёшеньких зарубочки готовы. Привела лопатка Федюню к деду Ефиму затемно. Старик уж на печь залез. Обрадовался, конечно, стал спрашивать, как да что. Рассказал Федюнька про случай, а старик не верит. Тогда Федюнька и говорит, посмотри вон лопатку-то, в сенках она поставлена. Принес дедка Ефим лопатку, да и углядел. По ржавчине-то золотые таракашки посажены, целых 6 штук. Тут дедка поверил маленько и спрашивает, а место найдешь? Как, отвечает, не найти, коли дорога замечена. На другой день дедка Ефим раздобыл лыжи у знакомого охотника. Сходили честь честью. По зарубкам-то ловко до места добрались. Вовсе повеселел дедка Ефим. Сдал он золотых таракашков тайному купцу и прожил тут зиму безбедно. Как весна пришла, побежали к старой березе. Ну и что? С первой лопатки такой песок пошел, хоть не промывай, а прямо руками золотины выбирай. Дедка Ефим даже поплясал на радостях. Прихранить богатство не сумели, конечно. Федюнька малолеток, а Ефим хоть и старик, а тоже простота. Народ со всех сторон кинулся. Потом, понятно, всех согнали начисто, и барин на себя это место перевел. Недаром, видно, филин башкой-то ворочил. Все-таки дед Ефим с Федюнькой хлебнули маленько из первого ковшечка. Годов с пяток в достатке пожили, вспоминали поскакушку. Еще бы показалось разок. Ну, не случилось больше. А прииск тот и по сейчас зовется Поскакушинский.